Ребята, привет! Работа у нас кипит полным ходом. Звонят клиенты. Клиенты приехали к нам обсуждать свой чистовой ремонт, потому что они у нас люди, которые приобрели квартиру в жилом комплексе «Фрукты». А во «Фруктах» у нас не все комплексы сейчас еще получили ключи, но уже сейчас можно обсуждать с дизайнером какие-то моменты. Поэтому мы это делаем. Если у вас есть квартира во «Фруктах», например, в каком-то черничном там комплексе, да, и вы еще не получили ключи, у нас есть у нас есть уже заключенные договора по отложенному ремонту. Как раз таки люди у нас ставятся в приоритет такие, когда получают ключи, и, соответственно, мы выполняем ремонты в эти комплексы черновые уже начиная сразу, как только получают ключи. Потому что мы уже согласовали с вами проект, который, он в принципе стандартный, везде уже планировки знакомые, да. Мы уже знаем, сколько что нужно на материал. Естественно, вы оплачиваете только первые 30% транша, который мы оплачиваем сразу материала. И вы страхуетесь от того, что вдруг может через месяц, через два, да может хоть завтра, да, у нас в экономике что-то может случиться, пошатнуться и так далее. Поэтому все-таки подстраховаться надо, если вы намерены все равно делать ремонт. Ну и сегодня мы с нашим прорабом, с Владимиром, да, вот у нас Владимир, вот он занимается у нас фруктами. Мы поедем туда и будем смотреть, какие у нас там результаты, потому что результаты у нас есть, показать есть что. Квартиры у нас там достаточно, никого мы не обделываем вниманием, обделяем, да, то есть все у нас отлично и все хорошо. Сейчас попьем чайку и едем, так что оставайтесь с нами. Так, приехали мы с вами в жилой комплекс «Фрукты», продолжаем показывать наши работы. Начнем вот с этого корпуса, где у нас уже произведены кое-какие работы, отчитаемся перед клиентами, ну и покажем вам нашу работу. 14 тысяч за квадратный метр стоимость черновых работ с материалами, с доставкой, разгрузкой, выноса мусора. Поэтому умножайте свою площадь, балкон мы не считаем. Если на балконе нужно будет делать какую-то электрику, мы ее точечно посчитаем, проблем никаких. Здесь разрешают, я так понял, уже стеклить. Вы видите, вот таким образом, в едином вроде как стиле люди стеклят балконы, но это опять же на усмотрение собственника. У некоторых их два балкона, да, и каждый думает и принимает решение самостоятельно. Комплекс расположен в Сириусе. В прошлом видео я показывал, какие здесь есть перепродажи, чем он отличается. Ну, конечно же, на верхних этажах мы с вами, если поднимемся, я вам покажу, какая здесь шикарная все-таки придомовая территория. Да, здесь есть коммуналка, которая не всех устраивает. 80, по-моему, 2 рубля за квадратный метр. Вроде, казалось бы, это дорого, но, с другой стороны, парковка бесплатная. Детская игровая площадка, абсолютная равнина, и комплекс такой обширный, что, мне кажется, вот не надо куда-то ездить, знаете, если у вас там маленький ребенок с колясочкой, куда-то ездить, искать какое-то место, да, где можно просто в тишине как-то пройтись, прогуляться, да, и чтобы дети поиграли на одной площадке, потом на другой пошли. Ну, то есть не нужно этого делать, не нужно платить, не нужно ездить куда-то. Ну, а, соответственно, за все эти плюшки приходится платить, потому что это все на содержание, потому что это все на озеленение, потому что там автополив, потому что это везде подсветка, потому что это не асфальтированный бордюр, а вот такой вот специально выложенный бордюр, понимаете? Ну и за все за это приходится платить, поэтому не возмущайтесь, ребята, это Сириус тем более. Пойдемте смотреть дальше. Если я не прав, напишите в комментариях свою версию. Так. На втором этаже у нас квартира 248. В данной квартире мы уже сделали электропроводку. Давайте посмотрим. Так, смотрите, здесь установлен щит. Весь он подписан. Там санузел, сейчас обсуждаю. Заходим, вот такая вот планировка уже готова. Мы подходим к завершению чернового ремонта, то есть отштукатурены стены, сделана электрика по потолку. Поэтому, если вы выбираете гипсовый потолок, все вот эти распаечные коробки хоронятся автоматически там. Поэтому натяжной потолок для меня вот лично в приоритете. Это будет кухонная зона. Здесь будет отдельная спальная комната, которая будет перегородкой раздвижной планироваться. Соответственно, вот здесь вот еще будет
вырублен проход, потому что там застеклена лоджия. Сейчас мы посмотрим, выйдем на нее. И здесь то же самое, будет выход. Также у нас здесь, обойдем, еще одна спальная комната. Вот таким образом она выглядит. Все у нас провода проводятся по штробам на общую глубину. Поэтому мы сначала штукатурим, а потом делаем уже по проекту, по лазеру, все ровненько вот эти вот подрозетники устанавливаем и провода. Вся слаботочь, которая необходима, то есть под телевизор, под интернет, все это здесь, выводы по проекту есть. Вот такая вот стеклянная вот получается дверка. Ну и, соответственно, вот эти вот ограждения сняли и установили монтажники окон. Кстати, у нас есть свои знакомые монтажники окон, то есть не нужно никуда бегать. Тоже компания серьезная, вот, делает качественно и, соответственно, дает гарантию. Поэтому полный комплект услуг. Ну и смотрите, какая придомовая территория. А? Как вам? Здорово же. Это причем только одна из некоторых. А вон там вот просвечиваются уже заснеженные горы. Мы их посмотрим чуть позже. Вот смотрите, как утепляет. Прям нормально. Здорово. В общем, вот такой черновой ремонт в этой квартире. Сейчас мы сделаем сантехническую разводку и сдадим клиенту полностью готовый черновой ремонт. Все. Так, ребят, мы поднялись на 6 этаж, 263 квартира. Вот сейчас очень многие имеют вот такие подобные квартиры, однокомнатные, с балконом, площадью 30-32, у них вот так варьируется, да? И здесь вот есть вот такой вот короб, который проходит по стене. Да, не всем он нравится. Но здесь, по-моему, вентиляция, да, Володь? Вентиляция, шахта идет. Здесь с ней ничего не сделаешь. Некоторых разная, она бывает вот маленькая прям, да? То есть по-разному. Вот санузел. То есть мы весь гипсокартон этот разбираем. Ребят, с гипсокартона, ну, какие-то перегородки делать, это на самом деле, ну, просто некачественно все это дело будет. Поэтому мы разработаем планировку квартиры для того, чтобы у вас прям все было четенько, классно и по вашему индивидуальному проекту. Здесь балкон. С балкона, опять же, мы видим придомовую территорию. И там площадки, и там еще будут площадки, и там парковки. В общем, классно все. Вон уже травка зеленеет, видите, посадили. Очень даже будет здорово. Так, идем в следующую квартиру. Оставайтесь с нами. Так, следующий яблочный корпус, 22-я квартира. Здесь мы закончили черновой ремонт. Создали планировку, сделали, соответственно, электрику, отштукатурили стены. Здесь проложили трассы кондиционера. Нужно еще штробы замазывать. Тут санузел. Ребята сейчас кое-что там обсуждают. И вот это вот получается кухонная зона. 45 квадратных метров планировка. Вот такая вот. В принципе, все. Мы закончили. 14 тысяч за квадратный метр. Умножайте на свою площадь, получаете вот такой готовый черновой ремонт. Планировка и планировочное решение, которое мы делаем, это все дело идет в подарок. Поэтому не нужно думать, как правильно расставить мебель, где будет висеть телевизор, какой будет проход, в какую сторону будет открываться дверь, где будет правильно установлен кондиционер и все остальное. Инженерика и планировка – это самое важное в ремонте, ребят. Отделочный материал вы можете выбирать любые. Но неграмотная планировка, неправильная расстановка мебели приводит просто к неудобству. Но вы же хотите, чтобы у вас квартира была удобная. Тем более в Сочи квартиры стоят дорого. На чем экономить? Смысла нету. Идем дальше. Так, сливовый корпус, 103-я квартира, однокомнатная. Вот, давайте я вам покажу, как выглядит у нас здесь по планировке. Здесь выложили блоки, уже начали штукатурить стены. Таким образом у нас выглядит санузел. Далее это кухня. Здесь маяки тоже уже выставили. Выход на балкон, я туда не пойду. И сама комната. Комната. Вот таким образом у нас выглядит. Прямо осталось не так уж и много. Мы закончим первый этап штукатурки. Ребят, посмотрите, какой слой бывает. Вы видите? Чтобы выровнять стены в однокомнатной квартире. Здесь, наверное, сколько? Сантиметр 4? Да.
4 точно. Потому что там в середине под ноль. Да. Потому что в середине ноль, и вот так вот криво идет стена. В общем, вот такие вот у нас дела. В данной квартире продолжается ремонт. Так, сливовый корпус. 40-я квартира. Здесь мы производим черновой ремонт однокомнатной квартиры. Таким образом, у нас здесь вырисовывается санузел. Штукатурим. Здесь в прихожей будет такой вот шкаф. Тоже однокомнатная квартира. Здесь вот такая кухня. И комната. Здесь уже штукатурено. Перегородки выставлены. И вот здесь. Потихонечку. Буквально еще 2-3 дня, и все полностью будет готово. Штукатурка. Вид вот такой, ребят, смотрите. Какая площадка. И какие красивые заснеженные горы у нас. Кто-то любит вид на море, кто-то вид на горы. Какой вид вам больше нравится? На море или на горы? Пишите в комментариях. Так, сливовый также корпус, 30-я квартира. Здесь мы в двухкомнатной квартире продолжаем делать черновой ремонт. Очень интересная планировка. Давайте я вам покажу, как она выглядит. Здесь у нас санузел, это большая кухня-гостиная. Вот, электрики сейчас занимаются электропроводкой. Ну, все очень даже, видите, аккуратненько получается. Трассу кондиционера здесь провели. Здесь будет блок кондиционера. И вот таким вот образом у нас, видите, проштрабливается и, соответственно, общую глубину все потом замазывается, как положено. Дальше. Идем в следующий. Проходим. Здесь у нас по планировке гардеробная и две спальные комнаты. Одна спальная комната. Таким образом тоже здесь будет кондиционер. Выход на балкон. И там вторая комната. Сейчас мы выйдем с вами на балкон. Опа, балкончик. И вид опять на придомовую территорию жилого комплекса «Фрукты». Так, дальше мы идем. Сейчас мы закончим электрику. После электрики мы делаем сантехнику. Сдаем черновой ремонт. Вот, ребят, пока чай пьет, кофе, перерыв. Обед. Обед, да. И все. Будет у нас отлично. Так, ребят, у нас на фруктах на сегодня все. У нас гораздо больше, конечно, квартир, но я их разделил на два этапа. В прошлый раз, если вы видели обзор, это были одни квартиры, сегодня другие. Ну и, соответственно, приходится этапы все равно показывать нашим не только зрителям, но и нашим клиентам. Вот, пока чистовых у нас работ здесь нет, чтобы показать работу плиточника там и так далее, может быть, каких-то, не знаю, покраски стен и так далее. Но они у нас есть на канале. Вот, я не буду опять добавлять одни и те же видео. Вот, сделаю это попозже. Вот, и сейчас у нас еще будет договора уже пролонгированы на следующие чистовые ремонты. И, конечно, потом вы уже в наших обзорах увидите работу уже чистовой отделки. Если вас заинтересовало предложение по ремонту, то, конечно, к нам обращайтесь, мы с удовольствием вам поможем. Вот, разработаем планировку вашей мечты, и я думаю, что вы останетесь довольны. Напомню, что у нас есть возможность перечисления денежных средств по расчетному счету, вообще проблем никаких. Смотрите, какая машина стоит, украинские номера, и никаких проблем. Целенькая. Мы относимся к этому, по-моему, даже нормально. Ну, ребят, как вам комплекс, тоже напишите в комментариях. Ну и ждите следующих видео, смотрите предыдущие, в том числе. Пока!